сорт острого перца калапеньо мамонт. Этот перчик относится к виду капсикум анум. Это многолетнее растение, которое можно выращивать до 5 лет в горшке. И потом, соответственно, нужно будет обновлять его, потому что с каждым годом будет урожай потихонечку падать. Это высокоурожайный сорт. Вот он имеет вот такие вот стрючки, посмотрите, сейчас вам покажу. Чем-то похоже, вот, видите, на бивень мамонта. Они остроконечные. Созревает этот перчик от зеленого, вот такого вот, вот темно-темно-зеленого. Потом потихонечку становится красным. И в конце созревания полностью красный. Очень хороший, очень высокоурожайный сорт. Кусты у этого перца могут достигать от 50 до 70 сантиметров. Острота у перца от 15 до 20 тысяч сковелей. Это довольно острый сорт халапеньо. Если у обычного халапеньо там 5, 8, 10 тысяч сковелей, то этот от 15 до 20 тысяч. Это очень-очень острый перец. Этот сорт устойчив к болезням. Я вот немножко листву оборвал, чтобы вам можно было показать перец. Потому что он сильно-сильно облиственный. Очень много листвы в него. И перцы практически все находятся в самой листве. Эти плоды могут быть очень и очень крупными. Длина плодов может быть от 7 до 8 сантиметров. С толстыми стенками, имеющий пряный вкус. С каждого куста можно будет снять от 30 до 40 плодов. Это если вы будете применять правильную агротехнику выращивания. Этот перчик любит влагу. Ну, земля не должна быть очень мокрая, она должна быть влажная. Потому что корневая система от чрезмерного переувлажнения может сгнить. Постоянно поливаем его, чтобы он не сильно был переувлажнен. А по мере пересыхания. Чуть-чуть подсохло, сразу полили. Этот перец отличный для маринования, также для фаршировки сыром и запекания на гриле. Срок созревания у этого перца 75-80 дней. Высота куста от 50 до 70 сантиметров. Если этот сорт выращивать в теплицах, он будет давать очень высокие урожаи. Очень крупных плодов. Они плотные. Вот структура у него плотная. И имеет, уже говорю, уже темно-темно-зеленый цвет. Выращивайте такой сорт у себя дома. И он обязательно порадует вас большими урожаями. Если вам понравился этот сорт, вы можете заказать этот сорт у нас. Каталог семян вы можете найти внизу под видео, в верхней строке комментарии. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчик вверх, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видеообзоры.